Всем привет! Сегодня мы поедем в иммиграционную службу. Дочке нужно сделать документы. Выехали очень рано. Ну и хорошо, не так жарко. Поэтому покажу вам немножко наше путешествие. У нас на остановке такое чудо ожидает. Уже все ноги облизали, да? Да. Кстати, вот здесь мы живем. У нас окна выходят на ту сторону. Мы, друзья, приехали на какую-то конечную станцию. И вот там, видите, море. Но здесь не купаются в этом море. Смотрите, какая красота. И вот здесь музей. Прям на горе дома. Очень красиво. Конечно, видео не передает. Видимо, все, что вижу я. Ну, красота. Мы купили выпечку в пекарне и зашли в Starbucks купить кофе. Посидеть на набережной. But Finland is given easy. It's a ocean. It's a museum. Museum. Это музей. Мы ходили на экскурсию на военный корабль в другом райончике, а этот просто морской корабль. Поэтому нам, наверное, будет уже неинтересно. Сейчас мы совершаем прогулку в районе Кона по набережной. Возможно, дойдем до другого района. Ну и потихоньку набережная пересекла в район Санджак. Здесь вот такая аллея красивая. На территории кафе. Это парк, в котором мы женились с мужем в ЗАГСе. Там есть ЗАГС наш. Так скажем, по центральному району города Измир. Ну, мы, друзья, уже прогулялись. Уже находимся дома. Была небольшая прогулка. Конечно, не все вам показала. Но, надеюсь, вам понравилось. И мы с вами увидимся в следующий раз.